патруль 102. Ну, пока мы такое придумали. Возьмем старые машины наших старых милиционеров, но при этом проведем конкурсный отбор, который вот уже с сегодняшнего дня начинается, сейчас среди милиции. Привлечем туда общественность. Буквально два дня мы объявили об этом, и уже 90 человек желающих. Ну, в отличие, вот, как говорили, в других регионах, там 28 человек, вот, от всех там нескольких тысяч. У нас уже 90 человек желающих, я думаю, будет и лучше. Ну, чтобы контролировали вы, я готов, если будет ваша воля, создать какой-то из вас несколько человек, которые тоже в этом примут участие. Но вообще, вы можете и так принимать участие, потому что у нас на сайте любые назначения, любые изменения будут сейчас отражаться на сайте. Сначала у нас появляется на сайте человек, что он куда-то там назначается. Вы, пожалуйста, все ваши претензии можете туда откладывать. Будем рассматривать, смотреть. И только после этого принимать участие. Вот вы, те, кто приходит, у вас три месяца. Во-первых, вы учитесь. Во-первых, вы по-новому работаете. За это вам гарантия, что вы попадете в новую полицию.